Привет из Амстердама. Я беседую с представительницей Грузии. Здравствуйте, Мирико. Здравствуйте. Привет всем. Расскажите, вы первый раз в Амстердаме? Конечно, первый раз и очень. Это ваша единственная остановка в рамках вашего промотура? Либо поедете куда-то еще? В Амстердаме, да, мы уже в первый раз здесь. И не знаю, может быть, и в другом где-нибудь. Или в Германию, или во Францию можем выступить. Вы уже знаете, каким образом будет создаваться ваш номер на сцене в Копенгагене? Конечно, мы знаем. Можете рассказать подробности? Это будет сюрприз. Пока не сможем сказать. А выбрали уже костюмы для выступления? Это пока нет. Готовы. Костюм будет очень скоро. Вы слышали другие песни других участников? Да. Есть ли свои фавориты? Да, слышала. И мне очень нравится, и всем желаю победить. А можете рассказать об остальных участниках группы, кто будет с вами на сцене? Представить их. Вы знаете, будет очень сложно, чтобы так... Кому варчу, рогурари русулат? Выделить кого-нибудь не буду. Какую цель вы ставите перед собой на конкурсе? Мы очень-очень хотим, чтобы победить, чтобы вся Европа полюбила нашу песню. Это наше желание, и, может быть, так и случится. Можете ли спеть что-нибудь на грузинском языке? Какой отрывок из какой-нибудь песни, да? Мы сможем спеть нашу песню. Вим Гайрот. На грузинском. А, на грузинском или нашу песню? Нет, на грузинском. А, на грузинском. На грузинском, вот, да, рам. Сулико. Савида. Сахарли сапла шевелебри. Вэмрахеда каргулико. Мула москулили. Браво! Огромное спасибо! Желаю вам удачи! Удачно выступить сегодня и удачи подготовки к Копенгагену. Увидимся! Спасибо! Спасибо! Крайне тоже, конечно, мы с вами!